В ближайшие 2 года в крае пройдет своеобразная перепись ветеранов войны и труда для создания специальных организаций. Об этом на краевой конференции заявил Владимир Климов, председатель Краевого совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. Наша задача сегодня создать ветеранскую организацию в микрорайоне, вплоть до того, что, значит, ветеранская организация дома, подъезда. Большое внимание уделяем досугу, чтобы эти наши ветераны не сидели дома, значит, а вот вели активную жизнь, чтобы они не старели душой. Сегодня в крае более 2000 районных ветеранских организаций. В них состоят 550 тысяч пенсионеров. Для них ежегодно проводят различные культурные мероприятия, следят и за обеспечением социальных гарантий и здоровьем ветеранов. Сегодня на конференции избрали новый состав Краевого совета и руководство ветеранской организации. В мероприятии участвовал и губернатор Алтайского края Александр Карлин. Глава региона отметил, алтайские ветеранские организации – пример для многих. Члены вашей организации находятся в прекрасном возрасте сохранения и развития социальной и интеллектуальной активности. Вот так правильно называется возраст членов вашей уважаемой организации.